Добрый день, приветствую всех в рубрике «Читаем дома». В 2016 году вышла совместная книга проекта СНОП и редакции Лены Шубиной. Книга называлась «Красная стрела». В книгу вошли рассказы и эссе Татьяны Толстой, Евгения Водолазкина, Александра Кабакова, Захара Прилепина, Марины Степновой, Александра Генниса, в общем, многих-многих современных авторов. Издание было подготовлено к 85-летнему юбилею легендарного поезда «Красная стрела». Ну, естественно, сквозным мотивом книги стала дорога. Дорога как полный отрыв, отрыв от повседневной реальности. И само название книги отправляет нас к железнодорожной тематике. Сразу вспоминается чай в подстаканниках, ночные разговоры под стук колес, проводники, бесконечные пейзажи за окном. Но надо сказать, что каждый из авторов волен был выбирать свой вид транспорта, и далеко не всегда это была железная дорога. В русской литературе мотив железной дороги очень популярен, и дорога становилась источником вдохновения, ну и темой для творчества для многих авторов. Возможно, в этом году у нас не получится совершить дальние поездки, но у нас останется с собой всегда хорошая книга и возможность планировать путешествия в следующем сезоне. Я желаю вам литературных новых открытий и будьте здоровы!